Два бойца 155-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты награждены знаком особого отличия «Герой Приморья». Один из них посмертно. Краевые награды вручил командующий Тихоокеанским флотом ВМФ России Виктор Ильина. В мероприятии принял участие губернатор Олег Кожемяка. Глава региона назвал участников СВО образцом мужества и примером для подрастающего поколения. Так, знак особого отличия «Герой Приморья» вручен заместителю командира одного из подразделений 155-й отдельной ордена Жукова гвардейской бригады морской пехоты ТОВ. В течение нескольких дней оборонял рубеж, вот, подбил 3 БМП, танк, вот, уничтожил 3 расчета ПТРК, дал возможность отойти ребятам, совершил героический подвиг. С первого дня специальной военной операции находится на фронте. Безусловно, заслужил это звание. Краевой наградой также награжден посмертно командир десантно-штурмовой роты десантно-штурмового батальона 155-й отдельной ордена Жукова гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота Цирен Лупсанов. Награду глава региона передал супруге погибшего бойца. Цирен непосредственно тоже был командиром роты, также героически защищал те рубежи, которые необходимо было отстаивать на Донецком направлении. При контратаке противника обеспечил вынос и вывоз раненых. Сам, находясь под артиллерийским обстрелом, не бросил позиции и, истекая кровью, там пал на месте сражения. Мы склоняем голову перед павшими ребятами, перед теми, кто своей жизнью отстаивает свободу и независимость нашей страны. Напомним, вся работа по поддержке военнослужащих Приморья находится на личном контроле губернатора Олега Кожемяка. Ранее Приморский край вошел в пятерку лучших регионов России по подготовке участников СВО и оказанию мер поддержки военнослужащим и их семьям.